стенах Тверской городской думы состоялось очередное заседание. Народные избранники рассмотрели несколько вопросов, в числе которых досрочное прекращение полномочий одного из депутатов регионального парламента. Подробности у нашего корреспондента. Первым вопросом повестки стало прекращение полномочий депутата Тверской городской думы Анны Зайцевой. Она отказалась от мандата в связи с назначением на должность заместителя министра здравоохранения Тверской области. Напомним, что Анна Зайцева баллотировалась в Думу по избирательному округу номер 3 в Заволжском районе Твери и победила на выборах в сентябре 2022 года. Анна Васильевна Зайцева у нас ушла на госслужбу. По законодательству совмещать выборную должность с государственной службой нельзя. Поэтому Анна Зайцева сложила полномочия, она написала заявление в Тверскую городскую думу. Таким образом, в составе Тверской городской думы два вакантных мандата. Напомним, что в июне прошлого года свои полномочия досрочно сложил Илья Холодов, который был депутатом по избирательному округу номер 10. Новых депутатов на вакантные места в городском парламенте планируется выбирать в единый день голосования в сентябре этого года. Начнется с летнего периода предвыборные мероприятия, которые необходимо провести. Будут установлены сроки. Центральная избирательная комиссия, городская избирательная комиссия установит сроки, когда будут выдвижения проводиться, будут принимать заявки от кандидатов в депутаты и традиционно проведены в сентябре выборы. Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о награждении почетными грамотами и об объявлении благодарности Тверской городской думы.